Торжественный вечер, посвященный поистине легендарным творцам, писателям Аязу Гилязову и Арпаду Голгоце, прошел в теплой и дружелюбной атмосфере. Почтить их память собрались более 100 неравнодушных ценителей таланта авторов, коллеги и родственники. Почетными гостями мероприятия стали родные народного писателя Аяза Гилязова, вдова Накия Гилязова и один из сыновей доктор исторических наук Искандер Гилязов. Также вечер посетили ведущие переводчики, художественные редакторы и директора книжных издательств. Директор фонда ЖН Фуат Рафиков и генеральные консулы Венгрии и Республики Казахстан в Казани. Мы отмечаем юбилей писателей, которые развернули земной шар к свету татарской души. Арпад Голгоце – это великий переводчик русской литературы в Европе. Он неоднократно был в Казани и исполнял русские романсы. Мы его посвятили почетного татарина, соответственно. Аяз Гилязов трижды поступал в наш Казанский университет и трижды его не закончил, так как он закончил высшие литературные курсы. Великий татарский писатель, которого читает сегодня мир. Благодаря проекту, который развернулся в нашем институте, мы организовали продвижение его перевода в Турции, в Венгрии и в Америке. И сегодня мы презентуем результат деятельности нашего университета по продвижению татарской литературы в мире за последние 5 лет. Аяз Гилязов – татарский, советский и российский писатель, народный писатель Республики Татарстан. Первые свои произведения он создал, еще будучи студентом Казанского государственного университета. Им было написано 5 больших романов, около 20 повестей и более 40 пьес, которые ставятся в театрах Татарстана, России и за ее пределами. Творчество писателя было отмечено большим количеством почетных званий и литературных наград. Друг Аяза Гилязова – Арпад Голгоце, венгерский переводчик художественных произведений, писатель и поэт. С будущим татарским писателем венгр подружился в советском лагере, который, как он шутил, стал его погружением в языковую среду. Многое их объединяло. Они были ровесниками, арестовали их в стенах учебных заведений, по ночам они разговаривали о литературе и истории. Судьба товарищей сплелась однажды и, кажется, не разъединялась больше вовсе. В 2008 году доцент нашего института Милявша Хабуддинова выпустила методическое пособие «Аяз Гилязов» в рамках проекта «Мир татарской литературы». Судя по тому, что рецензию на эту книгу написал Чингис Айтматов, и книга была издана в одном из наших центральных издательств, «Магарифе», можно судить, какова была взята планка еще в то время. На протяжении всего вечера вокалист Казанской городской филармонии Рустем Насибуллин исполнял любимые песни Аяза Гилязова. Поэтому гостям мероприятия удалось не только поближе узнать о трудах народного писателя, но и о его музыкальных вкусах. Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универ Новости.